Хейлка, с вами Шумики, и сегодня мы поиграем в игру под названием Ion Fury. Ну что, давайте тогда, я думаю, начнем. Компания. Чептер. Бонус миссии. Компания. Ну, по сложности. В принципе. Great for new players, time is about just to say fun. Можем взять чисто фан. Быстрая кровь. Либо просто в этом Courage. Не знаю, что из этого. Ну блин, ладно, на легкую мы играем только хорроры, поэтому. Хотя. First Blood. Это ж у нас. Ладно. Какие-то, короче, роботы нападают на мирных жителей. Мы играем за какую-то обычную тёлку с револьером. Ion Fury. По идее, это игруля как тот же Duke Nukem. Те же и Doom, и все в таком духе. Так, плавность мышки мне нужна. Ну, в принципе, нормально. Здесь также есть много пасхалок и все в таком духе. Мешки. Я немного в эту игру уже поиграл. Поэтому знаю немного, о чем я говорю. Так. Везде есть секретки, спрятанные отсылки, поэтому я не знаю, можем, в принципе, с вами их тоже как бы искать. Либо просто куда-то идти. Я не понимаю, почему у меня не видно. Все. У меня просто была скрыта из-за того, как. Ну, тут же помните. Duke Nukem, когда я проходил. При нажатии на кнопку записи у меня пропадал интерфейс. Здесь такая же вещь. Голова это only head. Поэтому если убивать, то только голову. Йоу, как ты? Два патрона в тело, и в принципе он труп. Так, патроны. Здесь вот двигается много всего спрятанного. Вот, допустим, тот же вот бар, да, и здесь можно выпить. Почему бы и нет? Пицца. Резетка. Где нас бьет током? Найс. Так. Вот это у нас мини-броня, как вы видите, прибавляется. Так, мне нужна ключ-карта, которой у меня нету. А тут, что мне не нравится, это враги могут тоже появляться хер знает откуда. Просто так, из-за того, что мы пошли в ту или иную часть карты. Так, туалеты. Время конопли. Ой, она работала. Так, аптечка. Blackstone. Ну это сейчас отсылки идут у нас к играм Blackstone, Meteor Strikes, Monster Bash. Мне нужно было стрельнуть. О, я попал. Так, я открыл секретку. Автомат. Тут есть у каждого оружия есть второй режим стрельбы. Допустим, здесь. Если я не ошибаюсь, мы подходим.
и зажимаем, то есть это метка смерти. Вот наша девица, ну, как вы видите, она с... кажется, что это гранатомет, на самом деле это не гранатомет. Это такой дробовик. На самом деле, Duke Nukem, когда я проходил какого-то там года, тысячи, ну, которого-то 90 лет было игре, там больше пасхалок, чем на самом деле здесь. Так, я хочу одну сейчас вещь сделать. Оп. Нет, упал. Так, если что, у нас есть карта... Карта есть. Так, подожди. Да, вот у нас есть такая вот карта. Более подробно, где что. Но я имею в виду за карту, это... Как тот же Duke Nukem, где у нас были карты для этого. Скажите мне. Для дверей. Тут у нас то же самое. О, бронежилет. А, пули очень ценный материал. На самом деле сейчас их довольно очень много дают. Но в дальнейшем у нас будет там нехватки. И вы поверьте мне на слово. И свалил. Так, в Duke Nukem, я помню, двери могли нас убивать. Так, подожди, F6. Как вы видите, я уже немного поиграл здесь, да, у меня сохранение есть. Играем мы на средней сложности. Но враги все равно отлетают довольно быстро. И это очень хорошо. А в мусорных баках бывают тоже всякие плюшки. Вот в этих нет. В мешках. Только в урнах. Их лучше собирать, потому что броня тоже довольно быстро... так сказать, истощается. О, Shake it, baby. Это, если что, у нас отсылочка идет на этого. А Duke Nukem, когда он платил девкам... Короче, давал девкам деньги. Патрон у нас full. Я не понял, я могу... О, я могу их таскать. А. Так, если что, мы можем передвигать, как вы видите, вещи. А, то умывальник. Здесь везде есть пасхалки, куда можно залезть на самом деле, поэтому нужно все внимательно на это смотреть. Ну, как вы видите, здесь ничего. Я на самом деле не знал... Ой-ой-ой. Это необычные челики, это челики с арбалетами. Ну, они очень жесткие на самом деле. Поэтому ему лучше не позволять стрелять. Если не хочу, чтобы у меня были потом жесткие проблемы. Так, компьютер. Так, это патроны, если что, у нас на этот пулемет мини-УЗИ. Так, а туда что, забраться можно, получается? Так, мусорный слив. Ah!
Короче, какой-то проходик. Это как раз патроны для дробовика мы только что подобрали. Так, да, мне... Подождите, я чуть не врубаюсь. Меня туда точно пропустят? Ну, вон куда-то проход есть все-таки. Но то с той стороны. Наверное, дадут. Ой, вот это... Что падает, бывает этот FPS, это очень плохо. Так, компьютерное помещение. Воу-воу-воу. Как вы видите, хедшоты не всегда срабатывают. Так, чувствуется мне, что наверх можно запрыгнуть. И, наверное, я буду это сейчас делать. Так, что у нас здесь? Давай я тебя возьму. Так. Ну, давайте, короче, пристановлю, потом продолжим. Хотя, наверное, для лучшего этого зачистить все здесь, что-то тут есть. Чтоб мне это не мешало. Так, это уже мужики с дробовиками пошли у нас. Так, хедшот. Хедшот. Больше нету здесь. Как вы видите, я говорю, он не ваншотит. Он ваншотит только... О, вот дробовик. Такой. Альтернатива — это второй вид боеприпасов у него. Почему он сразу начал меня стрелять? Я еще даже не успел. Хилочки, хрум-хрум, картошечку. Так, тоже еда. Так, это дверь на улицу. Здесь ничего. Патроны. Call your help. Если вам нужна, free. Toll free. Так, тут ничего, надо. Так, тут зачистили, здесь патроны. Yeah. Это собираем. Куда здесь вообще можно запрыгнуть? Подождите. Я могу на фонаре запрыгнуть с фонаря наверх. Ага. Так, ладно, все. Это я передвинул. И сейчас будем пытаться... Оп. Оп. Плохо то, что он очень быстрый. Ладненько, давайте я куда-то залезу очень высоко, там и продолжим. А, я тут, короче, режим нашел такой. Мы можем заглядывать за карту и смотреть, что там. Также нашел, походу, быстрое сохранение, да, save game. И быстрый запуск, это F9. F6, F9. Так, как вы видите, у меня уже есть процесс. Куда-то да я и залез. А если что, я стою на вот этих проводах. Так, короче, я залез вот сюда, наверх. И теперь мне, походу, нужно вот туда как-то перепрыгнуть. Давайте это сделаем. Изи. И что я тут нашел? Так, коробки эти наломаются. Стойте, это же как раз то, что я говорил, как мне сюда нужно было попасть, да? Так, здесь снова место с коноплей. Я больше тут ничего такого не вижу. МДК. Не знаю, ссылка так ли к группе ВК специально или нет. Хер его знает, ладно. F6, поглядели сюда. Говорят, секретка. Tears in rain. Так, а какая-то, конечно. А, я
по идее, где-то видел. Ну, могу... О, вот это, короче, гранатомет. Он, блядь, взрывными. Так, давайте, короче, F6. Я полетел сюда. Посмотрим, что здесь. Потому что я думаю, по-любому здесь что-то и будет. Так. F6, F6. А тут ничего. Там, окей. Броня. И все? Значит, F6, остановлю запись и возвращаемся туда. Хотя я сейчас немного что полутаю здесь, может что-то-то и найду. Ну, короче, я думаю, на этом можно дальше продолжить. Конечно, я немного накоцался. Так, походу нам все равно в ту сторону. Давайте я посмотрю, что у нас в другой стороне еще. А если быть точнее так, здесь у нас обычный переулок, вот здесь что у нас. Сейчас продемонстрирую вам дробовик. А, подождите. Ну, короче, вы видите, таких обычных на шоте с одного. Хилки, точно. Спасибо. Так, здесь хилка была. В туалете хилка была. Тут где? А совсем здесь можно, в принципе, взаимодействовать. Так, подождите. А, патроны были как раз, ладно. А где я еще видел хилку? Хилку, подождите, в начале раунда у нас была там она. За. Хотя можно эти бить просто на битке. Вот хилка, да. 10% ХП восстанавливает. Так, это я, получается, здесь все, да, посмотрел. Только нужно эти сломать. Бочонки. Yes. Блин, нужно на самом деле вот эти люки будет проверять. Monster on the Mars. Вау. Бомба. Ну, это прикольная вещь, на самом деле. А, хер разберешь. Так, еще одна хилка. А, здесь у нас, в принципе... О, патрон для УЗИ. Найс. Банка. Здесь у нас ничего не спрятано, ничего. Кибер Outlast. Подожди, что? А, вот ладно. Ладненько, что здесь? Здесь у нас дверь. Не активно. Вот это, что за проход? Как будто туда можно попасть, и он меня хочет туда манит. Ну, люки такие тут не открываются. Люки в основном открываются те, которые... так сказать... О! Это где? Лучше всегда перезаряжаться после стрельбы. Ага, все, я перешел на уличку. Так. Так, часы. Не знаю, есть ли какая-то в них отсылка. Походу нету. Закрыто. А меня отхилило только что? Вы поняли, ребят, это отхиливающая резетка. Ну, я не знаю, может она с каким-то шансом, типа, сначала наносит урон, а потом, типа, хилит. А ну-ка еще раз. А не, все-таки это с процентом. Так, Rotten Tail. Нужно еще смотреть всякие отсылки в названиях. The Playful Nobles. Закрыто. Так, здесь у нас ничего. Так, мусорка. Ой. Вот, видите, вот минус то, что я не могу нормально в голову попасть. Так, я слышу, где-то еще кто-то топает. Ого, их там трое. Так, все. Три хеда.
А, чтоб в спину не вошли. Я думал, я их убил. А, не, я этих поубивал, подождите. А это значит выжил просто. Лайф сода, это одно, понятно, ссылочка у нас на этого, на кока-колу, дробовик. Патроны всегда нужны, запомните, самые полезные патроны это для револьвера. Так, бомбы, это походу наши, предлагают взорвать что-то? Кажется, нет. Ой, подожди. А, так мне теперь не вернуться, да? Нашли секретку. Я говорю, секреток здесь полную тьмуща. Так, ладно, через это пройдем. Так, здесь мы убили. Так, окей, можно пролезть. И здесь еще был куда-то проход наверх. А, мне сюда не попасть. Ладно. Так, а я разве тебя убивал? Не помню. А, подождите, это броня на 10? Окей. Плюс один патрон. Один. О, это отсылочка, короче, из монстра Дума, который постоянно тебя преследует. Кажется, летающий вот этот монстр, который в тебя еще плюет. Так, я не знаю, подводных монстров я никаких не встречал еще. А есть ли тут или вообще? Ой, так, воздух. Здесь очень быстро заканчивается воздух под водой. И это скопить опасно. В принципе, больше тут ничего такого не вижу. А, лестница наверх. Так, решетка не открывается, нет. Ничего не происходит. Так, окей, тогда бежим дальше. Так, хилки. Там ничего нету, ладно. Кофе. Да, good coffee and hot. Так, это нужно было, короче, сохраниться, потому что здесь переход в другой уровень. Ага, МС-монстр. Вот этот вот челик, он, получается, заряжает свои снаряды и пуляет в тебя. Он может один заряд в тебя выпрыгнут. Может просто пачку заряда выпрыгнуть. Так, если не ошибаюсь, здесь должны быть скоро летающие. Я не могу его достать, он меня может достать. Поняли. Так, ладно, патроны. Ой, стой, тут решетка была. Хорошо. Отлично. И нужно внимательно смотреть, потому что они еще могут быть на крышах, эти враги все. Ну что это за херня? Уходит. А, боже, я вспомнил! Тут еще гранатометчики есть. Мне тоже нужно быть полегче. Так, мне нужно жорт. Жортая.
Золото сим-карта. Так, что здесь все? Жёртая сим-карта. Так, ладно, это... Блин, ну, я не помню, выпадают ли патроны? Или нет? Вот это я вот не помню, на самом деле. Так, а как сюда вот попасть, мне интересно? Потому что я сюда еще не залазил. И взорвать тут, в принципе, тоже как бы нечего. Там что-то красное вращается. Запрыгну хер знает как. Ладно, дверь заперта. А я не знаю, за окна, то есть есть смысл мне трогать окна? А там брони какие у нас, full HP. Так, буду здесь не пролезть. Нет. Блин, на самом деле лучше нужно было люк-нюками уже пройти тогда, чем эту игру. Ну, знаете, типа, первый взгляд, можно сказать. Игра довольно неплохая, не знаю. У игры довольно скупые оценки. Может, типа, знаете, как какая-то пародия, зачем вообще делать. Nukem All. Nukem. Видите, Nukem, даже просто в граффити есть отсылки. Везде есть во всем отсылки. То главное их просто заметить. Тут есть тоже свои, как бы, незаметные такие нюансы в игре. Спрятанные. Так, немного не помню, куда мне идти. Сейчас разберемся. Мне нужна карта, так, карта. Здесь, в принципе, я не запрыгну никуда наверх. Ай, стой, это выход, чуть-чуть куда иду. На лестнице есть. Ладно, потом тебя сломаю. Так, пуля. Карта, желтая. Так, я вижу решетку. О, ого. О, видите? Они заряжают и начинают пулять. То есть враги все равно, говорю, берутся и хер знает откуда. Вот они захотели, они появились. Все. Так, здесь, походу, я наверх. Да, наверх я не залезу. Нет, здесь есть, конечно, читы всякие там на полет и все в таком духе, но. Я не хочу юзать ничего такого. Так, ладно, у нас есть жёлтый. Вот скажите, вот откуда он взялся, если их не было здесь? Вот откуда они выпрыгнули? Тут темно. О, таракашки. Вот хотите сказать, что он уже здесь был к этому моменту, да? Ничего подобного. Так, вот это как раз те, которые я говорил, что типа летающие. И они бесят меня. Вот откуда он пуляет? Кто? Кто по мне сейчас вот пулял? Третий, где их не третий? Их же не двое было.
А трое. Ладно. Так, отсюда, походу, можно то вылезти. Вот это довольно стрёмно на самом момент сейчас будет. Это как раз отсылочка к одной игре. Sit down, little girl. This is your final warning. What are you gonna do? Send me to my room? Это, короче, отсылка к игре. Тоже такой был момент. Только я не помню, как он называется. Здесь вот такие вот геи. На самом деле с ними довольно легко справляться, это с дубинкой. Ну, еще попасть на самом деле нужно по ним с этой дубинки. Поэтому. Ну, это такие маленькие, видите, головы выходящие. Самые бесячие, это, повторяюсь, летающие, все. Еле-еле. Вон, видите, гей летающий, вон, далеки. Или это не он? Но я не понимаю, на самом деле, как это все дело работает. Как ваншотить. Я могу, на самом деле, просто... Печать смерти поставить, да и все. Но тогда я он по-любому тратит два выстрела на это все дело. Не запрыгнуть вообще? А не, можно, смотрите, сейчас. Сейчас сюда попробуем. О. Да, туда можно запрыгнуть. А, только сложно. Так, F6. На, видите, да? Патрон уже все, пошли в минус. Патроны пошли в минус. Это очень плохо. Так, патрон для УЗИ. А почему тебя не ваншотит? Наверное, на легкой сложности бы ваншотило. А здесь не ваншотит. Подождите, он еще дает патронов плюс. То есть, из зависимости как не боеприпасом, а в зависимости, какой у меня бронежилет, скорее всего, столько я могу убрать брони. Так я понимаю. Подожди. Походу, что да. Ну, как вы видите, да, он не ваншотит, типа, с одного. Ладно, я понял. Это единственное, как их можно довольно быстро купить. Так, и здесь бронежилет, подожди. А, он не подбирается, ладно. Тогда аптеку. Аптеки вот это специальные, которые можно использовать. То есть это юзабельный предмет, и он восстанавливает тебе хп.
Так, нужно, короче, подзарядиться. Бронежилетами, так сказать. Так, у нас карта есть. Карта там была. В этом полетели. Блин, я не пойму, кажется, здесь еще где-то был проход, нет? Я не знаю, во-первых, как у тебя вот подобрать вверху там. Скорее всего, благодаря вентиляторам. Ты сомневайся в этом. Ладно, хилку возьму еще. Окей, подзагрузка. И я нажму F6. Сейчас, в принципе, дойдем до next локации. И я закончу. Летающие гады. Вот это единственный враг, который меня очень сильно раздражает. По причине того, что он летает. И при этом, видите, дробовик типа киншотит. А уворачиваться от них тоже не очень. Можно легко. Где-то. Вау. Боже, откуда ты стрельнул? Я не понимаю, откуда он стреляет. О, два патрона. Два магазина с патронами. Два магазина с патронами. Так, хорошо. Бекон. Походу мне только сюда. Заперто. Кто-то снизу, по-моему, палит. Так, you are still missing 7 секретов. Я еще не нашел где-то 7 секретов. Где их искать? Хер его знает, на самом деле. Давайте остановлю запись, немного попрошу, посмотрю и вернусь сюда, в принципе. И сюда тоже, по идее, как-то можно залезть, потому что я вижу там хилку. Это по-любому сюда как-то можно пройти. Опа. Так, я нажал сюда и нашел здесь хилку. Хорошо, ищем дальше. Я вообще пока что предлагаю вернуться в самое начало карты, вообще игры, и там посмотреть, может, я там тоже что-то упустил. Так, окей, я, короче, сюда запрыгнул с помощью мешка. И да. Сюда можно залезть, только вопрос, как попасть мне внутрь. Это остается загадкой. Хотя, как вариант, я могу попробовать использовать дробовики, вот эти вот патроны. И нет, не получилось. Я сорвался немного запись. А я нашел, короче, где что. Вон время у нас, 47 минуты. У нас все убиты, осталось только 6 где-то еще секреток. И я буду их искать здесь. Так, ребята, я не помню, а вот это было уже взорвато или нет? А нет, смотрите, секретка, ни хрена себе. Мины какие-то. Ни хрена себе. Так, ладно, ищем дальше. Так, смотрите, а там вентилятор включился. А он был раз включен. Напиши
сейчас, мне кажется, это посмотрим, попробуем. Монотерели включено. Так, F6. F9. F9. Ну я хотя бы примерно понял, как сюда попасть. А если с этой стороны? О, походу с этой нужно. Только F6. Все, готово. Найс. Ладно, в принципе, я же не занимаюсь пасхалками, поэтому, ну да, то, что могу найти и записываю. А так, в принципе, ничего. Я не смог открыть, я заюзал много взрывных своих этих систем, но нихера. Да, ничего, именно. Поэтому мы отправляемся с вами в следующую локацию. Я думаю, давайте на этом, наверное, закончим с вами. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.